Да уж, отличное место для часового подобрали. Ну, если часовой расход приходит. Группа Д, занять генераторную. Ага, вот и сладко. Не придется геройствовать. Подождем, пока они уберутся. Ты чего, Эрмас, будешь залезть? ЧП, перемещение гражданских запрещено. Ну да, а паровоз, ты же меня так подходит. Ты тупой или притворяешься? На кой тебе этот паровоз дался? У тебя выезд только завтра по плану был, а теперь вовсе непонятно когда. Так что сиди смирно. С тобой потом отдельная беседа будет за нарушение правил. Да. Вы там все хоть с ума посходите. Главное, меня не трогайте. Что за шум такой странный? Подозрительно. А как тут патрулировать, когда кругом мусор? Помойку устроили. Опять никого нет. Надоело уже, честно говоря. Это что там тарахтит, а? Кто там? Все чисто. Молодцы вы, добрались все. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз, он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх, Тёма, включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посмотрите, на шум вся база сбежаться может. Эх, все бы мне на охрану. Внимание, против! Еще охрана, отбиваем. Артём, времени нет. Включай скорее. Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Генераторы, выключайте! Черт!
Ты как, живой? Ребятки, на платформе ручной привод есть. Им Артём! В расход. Машиниста? Я не понял, что значит в расход? У нас не лезь не в свое дело! Так ты не лезь! Сейчас полковник тебе все разъяснит! Товарищ полковник, тут а? Такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Понятно. Какого черта? Артем! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый полковник, вечер! Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться! Невероятно! Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Артема стреляли! Как вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ полковник, это не ваша. Люди из других городов. И тут их всем молчать! Женщин, потом детей! Потом объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики, Артём с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения мне, не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артём, Аня, он же наших не бросает. Если не мы, то кто? Кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед! Артём, пошли люди. На свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всего... Yeah.
поднятыми руками. В противном случае будет открыт огонь на поражение. Ох, сука, сколько же на нем брони навешено. А пулеметов? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все встал. Это было последнее предупреждение. Немедленно остановите локомотив. О, черт. Ты как? Порядок? Царапина. Все, все. Останавливаемся. Но тормоза тут не к черту. Ермак, начинай избавлять ход. Пусть думают, мы послушаемся. Есть. Это ты правильно решил тормозить. Сразу видно, разумный человек. Гранатами мы только краску поцарапаем. А если изнутри? Взрывчатки маловато. Разве что всю втопку им засунуть. Давай, полковник, разрешите мне. Добровольцев здесь назначаю я. Пойдет Артем. Почему Артем? Он эту кашу сварил, ему и расклёбывать. Артем, как притормозил, прыгай. А я этого пока отвлеку. Ты что ли, Яков Борисович? Я. Некуда там ехать, Мельник. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Так мы просто отъехать решили. От эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам. Сам понимаешь. Это дезертирство. Предательство. Ты охренел, паскуда? Меня предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Мы вам столько лет служили верой правдой. Грот пилили! Попадался! Они нас сосла! А ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! Я сдохну, если надо! За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида! Как чего? Пора вы народ какие-то угнали! Из Москвы дёру решили! А? Что так? Сдаюсь!
просто кочегар. Я не штуки. Меня заставили. Артём, бомбу ставь как можно ближе к котлу. Мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. И километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Что приуныли? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть как это не окончено? А, не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит» — сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя? Когда Артём с рацией ходил со своими рентгенами и мечтой. Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «расскажешь, сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку. Расстреляли охрану. Уничтожили патрульный бронепоезд. И убрали из Москвы. Тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышала про невидимых наблюдателей? Слышала, но это же просто сказки. Не сказки,
Это они и есть. Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы. И что за ковчег? Если Артём поймает позывные, все узнаешь. А если нет, то и говорить не о чем. Ты думаешь, этот ковчег? Внимание! Все грехи? Ну-ка, ну-ка, это что? По восстановлению база ковчег. Всем, кто слышит это сообщение. Всем, кто... Всем слушать! Присяги, объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Квадрат 18-5. Повторяю. Так, где там номер этот? Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 18-79. Ага, район там. Ясно. Маршрут вырисовывается примерно такой. Мы сможем... Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект «Ковчег» — это целый подземный город. Огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы, ха-ха. Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? Это я мигом, это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня утренней зари и крейсер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Тогда за Аврору! За Аврору! Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак, полный вперед! Есть! Полный вперед! Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать? Как ты, Лёша? Ох, Анечка, ждала того, на стрелу в сердце, а получила... После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом, и нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ?